Да ладно. Котятки, это мы в центре бухты Яланбэй на Хайнане. Время 19:52. Вот тут такое шапито. Они любят санья. Мы просто вышли поискать еду какой-нибудь, общепит. Кстати, с этим, с ночным фильтром снимаю на Pocket. Говорят, картинка более четкая и без всяких вот этих бликов. Макдональдс. Вроде мы сюда не собирались. Там вон, смотрите, что. А мы, дураки, уходим куда-то в темноту. Вот так вот. Ну, подальше буду снимать. Поглядим, что там есть. Вот следующее шапито. Лунапарк. Китайский. Куда нам? Туда? Тетушки бананы. Чё? Как пчел, что ли? Не может проехать. Сели и тарахтят. И бетишки. Чё там? Аутлет, да? Юаней? Ну, на 13 умножаем. На 13. Да нету 11 нигде. Я в Сбербанке покупал за 13, он говорит, умножай все равно на 11. Там его покупают в Сбере за 12 с чем-то. Продают за 13 с чем-то. Нет, все равно на 11, говорит, нож. Так правильнее. Ну все, Ома. Хочешь что-нибудь купить? Да что он хочет купить-то? А тут тупик. А, нет. Бабули? Можно и мамули.
тебя маленькие Там уже закрыто все. Сейчас я вот сверху покажу Чайнатаун. Интересно, вы не поверите, вот эта вся тусня, вот это жралки, развлекалки, а вот это отель. Блин, и вот там люди живут какие-то в этом отеле. Наверное, им там нравится. Что, туда есть же проход или нет? Пошли посмотрим. Из железа, типа на сковороде. Видишь? Класс.
смотрите, что тут. Я вообще не понял, куда он пошел. А туда мы не заходили? Не, мы же мимо вот тут прошли и все. Едет вон кто-то. А мы что-то не пошли с тобой, Сём. Давай, 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 давай. Пошли быстренько. Это другая. Мы еще одну видели. Да мы тут не ходили. Тут прям конкретная уличная еда, да? Видела, там прям ножки такие свиные были. Но не горело и никакое. Да, да, да. Передаем привет Евгению. Слушай, Маш, вот у нас некоторые не могут до сих пор научить детей ложкой есть, правильно ложку держать. А как тут? Да, палочками. Это у него типа мидии там с чем-то, да, жарятся. Осьминоги. Да, слушай, тут прям колоритно. Не ужинать, сходи, что-нибудь. Иду я по этой улице, которую только что снимал. Навстречу идут два китайца. Улицу снимал, это я вот про не рассказал про двух китайцев, которые шли мне навстречу. Идут мне навстречу два китайца, парень и девушка. И парень говорит своей девушке: слушай, походу тут улица целиком хавчик. Она говорит ему: да ну нафиг, я в туалет хочу. Только тогда я понял, что это два казаха. Это что за камни тут? Смотрите, камни это целебные по-любому. Или какие-то типа нефриты там, все такое. Вау, Сёма, вот это вот фирма тут, конечно. Угу.
Угу. Офигеть, конечно, Маша. Ничего новых не будешь брать, китайский? Вот фрукты, посмотри, почем. Ну вот. Что там манго? Авокадо, что ли? Какие-то специальные бананы, да? Ну вот же цена. Вот это, я думаю, других цифр нету. Десять. Ну да, они вот у них какие-то огромные. А типа 10, а те, которые поменьше, Маш, смотри, по 13. Вот эти типа лучше, наверное, которые с краснотой. Да? А вот это что такое, смотри. 28. О, это вот что за дерево. Как оно называется, вот это? Да, 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 я помню. Да, 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 походу, да. Джекфрут. Ну давай еще гладить будем. Ну все, тут уже походу все заканчивается. Смотри, вон тут ананас. Тут целый фруктовый магазин, Монтмаш, смотри. Манго, я говорю, если брать, то только манго. Да, я посмотрю, сколько денег у меня.